Все как обычно. Почему я не удивлен вас здесь видеть? Полицейские. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему я не удивлен вас тут видеть? Я туда не поеду. Что вы тут делаете? Здравствуйте, Александр. Не здравствуйте. А что вы тут делаете? Мы на работе вообще. Что, вы так вот на трассе стоите, работаете? Чего работаю? Ну, вот я спрашиваю, чего вы тут работаете? Вот мне интересно просто. У нас что, не патрулирует больше полиция? Стоит? Мы патрулируем. Это патрулирование? А что остановили его, интересно? Чего в дорогу спросили? Так вы его остановили. Чего? Он дорогу спросил. Да я ехал, за ним ехал. Да он дорогу спросил. Что вы говорите? Дорогу спросил. А вы тут стояли, чтобы дорогу рассказать. Ну, я не ругаться не хочу. Сам. Не, поэтому вы сворачиваетесь. Давай, и вопросов едете. Вопросов нет, договорились. Быстренько. А почему вы в футболке? Как так? Ваш напарник без значка вообще. Давай мы туда сейчас подбить. Я не знаю, что он без значка. Может, он не хочет больше работать. Может, ему надоело. Чего что? Делаете что тут? Значит? Ну, кто вас выставляет сюда? Опять на трассе стоите? Опять косите? Чего? Чего вы так решили? Что так а что мне это не решить, если я вижу это? Что, я первый день живу, что ли? Ну, вы знаете, знаю. Прекрасно. Ну, вот, что, вот, вы знаете, сколько раз я это видел? Вы даже не представляете. Знаю. Очень много раз. Поэтому знаю. Мне не надо рассказывать, правильно? Я смотрю у вас так же само, как и другие. Да, ну, и что как вы? Бы так нормально я... все, общаемся, все так нормально. Так если нормально общаетесь, почему на канале одни дизлайки? Давай, почему каждый раз, когда вы заходите, ставите палец вниз? Хорошо, руку, давай такой вопрос. А ДТП когда случается? Что когда ДТП ну, вот когда случается громкие ДТП, там люди... То, что происходит? Или еще что-то. Люди нарушают правила дорожного движения, да, правильно? Да. Я просто... Вы же знаете, что я слишком долго общался с полицией. Здравствуйте, у вас выклык, да? Выклык. Надо группу отвезти. А что вы вот... Давайте, ну не, вы хочу со мной... Узнать. Вы, не, хочу вы узнать вашего напарника. Вы сюда, давайте как-то... Ну, меня к нему тоже вопрос. Я хочу красиво, чтобы все было. Так если красиво хотите, возьмите, ну, уволь... Вот интересно. Увольтесь с полиции и мы уходите не, мы работать того, что на бизнес. Там это, полиция, а соблюдение правил дорожного движения водителями. Я не смогу. Что? Я не смогу столько нарушить, сколько вы. Я столько лет общаюсь с полицией, что я физически не могу столько нарушать, сколько вы. Группу надо забрать, пройдили, отвезти. Скажите, вот что вы тут делаете? Нет, вы поедете, я вас отпущу, вопросов нет. Вы сказали, сворачивайтесь. Не кричите только, не кричите. Вы свернетесь и уедете. Ну, мы договорились, нам ехать надо. Нет, я хочу понять, почему напарник ваш без значка, к примеру. Что вы тут делаете? Чего? У него есть значок. Ну, что не носите его? Только снял. Ну, как же такое тока? Ну, что такое тока? Ну, оденьте его, оденьте красиво себе, приведите внешний вид нормально. Едьте, занимайтесь работой, не косите на трассе. Как скажете. Если бы это от меня зависело, я бы сказал вам, как надо делать. Да я знаю, как делать. Знаете. Так а зачем делаете? Почему? Что мы делаем, Александр? Косите на трассе так опять. Чего решили так? Что так такое косить? Ну а что вы тут делаете? Скажите, косите, так скажите мне, что здесь у нас? У нас здесь сплошная... опасный участок. Отлично. У нас он отмечен на сайте. Давайте зайдем посмотрим. У нас все аварийно-обеспеченные делянки Руху, они все обозначены. Давайте. 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 Не, извините, а вам никуда нам надо не ехать. Да вам... Единственное, куда вам надо ехать, это косить в другое место. Больше никакого места другого нет. Александр. Идемте, я вам покажу. Александр, я же знаю. Давайте так, идите сюда. Вы поедете. Да я вы по... не хочу дискутировать, честно. Дискутировать. Вы нормальный человек, я нормальный, тоже да. Это. Давайте не будем ругаться. Окей. Не, мы не будем ругаться. Просто в следующий раз, когда я вас увижу здесь, мы так просто с вами не попрощаемся. Я не шучу, я говорю вполне серьезно. Мне надоело, сколько лет я вас гоняю. Вы опять я первый раз вас здесь вижу. А я вас здесь не первый раз вижу. И люди вас не первый нет. раз здесь видят. Вы когда проезжаете, по-любому останавливаетесь, правильно? Сворачивайтесь. И не косите на трассах. Мы не косим. Мы не косим. И напарника украсьте в значок. Украсть. Давайте. Все, быть добру. Поворот! Ой, дебилы.